Всем доброе утро, праздничный завтрак сделал для моей Юшечки, потому что сегодня ровно год, год с момента чего? Год с момента, как мы с тобой сыграли свадьбу. Да, сегодня год, как мы сыграли свадьбу. Я тебя поздравляю. И я. Так, куда мы едем, ребята? Обалдеть, среди две пары молодых, красивых. Вау, все, приехали на соседний остров, наш там, этот здесь. Маюшечка, ты готова? Йо, едем приключения искать. Мы с ребятами арендовали прекрасную виллу, роскошную. Да? Женька, мы можем себе это позволить. Женька в красивых очках. Здесь красотища, посмотрите, какая это просто что-то. Я видел место, где растут какие-то интереснейшие, непонятные фрукты. А это папайя. Посмотрите, как растет папайя. Похоже на пальму и куча таких штучек. Это все папайя. Представляете? И вот какие-то штуки интересные. Так, ну все, я жду Маюшку. Маюша пока гуляет по пляжу Бавалон. Она даже не знает, что сейчас ее ждет сюрприз. Давай, погнали. Сразу погнали. Заходим туда. Фар. Да? Мы, когда приезжаем, мы сразу входим. Все. Сейчас, надеюсь, Маюшечка очень удивится. Ну что, друзья, сюрприз для Маюшечки удался. У нас прекрасный обед с прекрасными видами. Виды у меня просто... фото есть. У меня есть фото. Это очень символическое место. И у нас здесь даже есть музыкант. Здесь мы хотели играть свадьбу, которая была до этого раньше запланирована, когда мы еще на островах были. Тебе понравился сюрприз? Вообще, Маюшка даже не знала. Спасибо большое, это правда, это так приятно. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ты моя маленькая. Маленькая жена моя. Смотри, какие птички красивые. Пока птички на дереве. А, мое время постоянно. Все, убираю, давай. Телефон в кустах. Давай, я готов фоткаться. Поехали. Давай, давай, Май, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Сегодня был просто нереальнейший день. Посмотрите, какой красивый закат, красивые виды. Да, сегодня ровно год с нашей свадьбы. Да. Свадьба была крутейшая. Воспоминания до сих пор шикарные. Русичка здесь, ребята с нами. Было просто здорово. На самом деле, очень неплохо иметь здесь такой домик небольшой, да, Маюш? Да, давай возьмем. Да, неплохой тут вид прям такой. Спуск, правда. Вот ребята тут фоткаются вообще. Растут экзотические фрукты разные. Ну, шикарно. Пару слов о том, как прошел наш день. Ребята, как? Шикарно! Равашов! Шикарно, отдохнули, заходим на наш остров любимый. Вот он, поехали. Пошли. Пошли. И пусть сойдутся ваши судьбы, как два соединенных кольца. Да будет нерушима ваша взаимная любовь и верность. Ведь отныне вы муж и жена. Так, что происходит в этом бунгало? Что здесь? Опа, вот так, все, новые лучшие друзья, Захарова и Барышев. Что творят? А, они танцуют. Ну, красиво получается, красиво, молодцы. У Захарова сегодня год на проекте, год. Поздравляли, видите, хлопушки, вот лучший друг Захаровой, да? Чисто братишка Захаровой. Сегодня у нас с Лёшей снова годовщина свадьбы. Мы решили отмечать обе даты. И 8 августа – день росписи в ЗАГСе. И 19 августа – день самой свадьбы. И сегодня будет для меня все делать Лёша. 8 августа все для него делала я. Котик, посмотрите мне, какой праздничный завтрак сделал. Ты. Доброе утречко. Сегодня праздник, поэтому будем отмечать. Лёша меня сегодня радует. Посмотрите, какое красивое место он мне принёс. Да, котик? Праздничный тортик на нашем вечере. Руслан? Да.